начнем готовить с помощью набора «Кулинарный экстаз». Его цена сегодня всего 4 890. 12 предметов в наборе. Номер лота 24008. Выгода 5100 рублей составляет. Что в наборе, Артем, давай разберем в первую очередь. Потрясающий, шикарный набор из 12 предметов, в которые входят вот такая вот самая большая кастрюля объемом 6,3 литра. А вот дальше у нас кастрюля 4 литра, кастрюля 3 литра, кастрюля 2,1 литра, вот такой вот потрясающий сотейник на 2,1 литра и вот такая потрясающая сковорода диаметром 24 сантиметра, высотой борта 6 сантиметров и 6,5 и объемом 3 литра. Да, но это еще не все свойства. Мы предлагаем сейчас обратить внимание как раз на все свойства, а Артем со своего профессионального взгляда нам прокомментирует, что же мы видим. Еще раз, да, пробежимся по комплектации. Вот мы видим все объемы в наборе. У нас 4 литра, 3 литра, гигантская просто кастрюля 6,5 литра, 6,3 литра, сотейник с крышкой 2,1 литра и универсальная сковородка, господи. 3 литра объем у нее. Далее, что еще можно сказать про этот набор? Ну, самое главное, свойство этого набора — нержавеющая сталь. Так. Причем вы видите, что в нижней части наша посуда имеет вот такую матовую полировку, а сверху прям зеркальную полосу. Полностью нержавеющая сталь, как внутри, так и снаружи. Но самый главный аргумент этого набора — это толстое многослойное около 2 сантиметров дно. Но это не просто толстое дно, это дно сэндвич, так, благодаря которому как раз таки у нас происходит несколько эффектов. Во-первых, экономия электроэнергии в момент нагрева, благодаря тому, что толстое дно сэндвич равномерно распределяет температуру по всей поверхности. А сэндвич — это своеобразный такой слоеный пирог из стальных пластин, между которыми просыпана алюминиевая крошка. То есть первый эффект — это экономия электроэнергии, когда вы нагреваете эту посуду. Второе — это экономия электроэнергии, когда вы ее отключаете, потому что благодаря такому дну сэндвичу происходит эффект томления, и соответственно у нас мы раньше выключаем нашу плиту, если это электрическая. Кстати, на всех абсолютно типах плит работает. О, даже на индукционной. При всем, да, при том, что если даже сейчас у вас нет дома индукционной плиты, но вы ее когда-то планируете заказать, купить, то вам не понадобится выбрасывать и обновлять вашу посуду. Благодаря вот этому набору вы сохраните эту посуду, даже если поменяете плиту. Угу. Но у нас уже продано, кстати, 8 штук на данный момент. Мы только начали, а уже такой неплохой результат. 8 штук. Но у нас 14 даже уже. Потому что наш телезритель, конечно, прекрасно понимает, что не может такой набор стоит 4 890. Вот мы сравнили до эфира цены, искали наборы посуды. Вот что нам удалось найти. 13, почти 14 тысяч рублей за 3 предмета нам предлагают вот в первом попавшемся интернет-ресурсе. Далее, дорогие друзья, мы видели цены и выше. Да, был там и за 20, и за 40 тысяч рублей мы даже видели. А у нас цена всего 4 890. Выгода сегодня тоже присутствует. 5100 рублей, потому что изначально, конечно, цена была совсем другой. Почти 10 тысяч рублей составляла. Новая цена сегодня меньше 5000 рублей. Выгода же уже 5000 рублей перешагнула этот рубеж и увели действительно на 5000, вернее 5100 рублей составляет. Запутался в цифрах, тем не менее вы не запутайтесь, дорогие друзья, потому что 4890 — это самая выгодная цена за такой набор посуды из нержавеющей стали. Абсолютный хит наших эфиров. И вот в чем опять же заключается уникальность, что вот Артем может легко и просто орудовать даже металлической лопаткой на данный момент и не бояться повредить себе поверхность. Благодаря тому, что наша поверхность внутри такая же, как и снаружи, то есть нержавеющая сталь, которая не имеет никакого покрытия, можно запросто орудовать любой металлической ложкой, любой металлической лопаткой, любым металлическим предметом и не боясь совершенно поцарапать внутри, потому что нет покрытия на нашей посуде внутри, соответственно, мы его не поцарапаем.